До іншых тэм. Следчыя Гомельскай вобласці адзначаюць рост кіберзлачыннасці. У параўнанні з мінулым годам у нашым рэгіёне колькасць падобных інцыдэнтаў павялічылася амаль удвая. І такая тэндэнцыя назіраецца па ўсёй краіне. Применительно к Гомельской области наибольшее количество зарегистрировано в городе Гомеле, а также на территории Реческого, Жлобинского, Светлогорского и Мутерского районов. Практически 90% от общего числа составляют преступления, когда злоумышленники завладевают имуществом граждан, используя компьютерные технологии. Одна из распаўсюджаных практик, так званый вишинг. Злачынцы под выглядом банковских работников телефонуют физичным особам и разными способами спробуют сдобыть приватную информацию клиентов. Нередко махляры маскируют свой абонентский номер под реальный номер банка. Фішинг – еще одна хитрость сучасных злачинцев. Яе мета – отримать конфиденциальную информацию с допомогой интернет-посылок на фейковые сторонки, куда люди отправляют свои даденные. Так, у початку месяца ахвярой зламысников стала жихарка Житковичев, якая спробовала продать свой обуток про схандлевую пляцовку. Яна сгубила амаль 2000 белорусских рублев. Згодна з правилами корыстания банковской картой, забороняется передавать яе третьим особам и поведомлять реквизиты. Однако на практике тримальники карт по разных причинах часто игноруют меры безопасности. В настоящее время способы совершения преступлений в сфере высоких технологий против информационной безопасности видоизменяются, поэтому гражданам необходимо постоянно актуализировать свою цифровую грамотность.